Мы планируем, что с 1 октября эта норма уже будет действовать. Прежде всего, это будет каждому новорожденному вручен подарок от Тверской области со всеми нашими знаками отличия, с памятными надписями, дарственными надписями. И это очень важно, потому что люди, которые рождают детей на территории Тверского региона, должны знать, что мы заботимся о них, мы помним о них, и что они очень нужны нам. Эти многодетные семьи, эти молодые семьи, все люди, которые нам дают возможность иметь маленьких граждан, маленькое население Тверской области, которое мы должны вырастить уже в современных качественных условиях. И второе, это обновленная работа нашего ЗАГСа, отдела по регистрации гражданского состояния, которое будет происходить уже на территориях медицинских учреждений, для того, чтобы не выстаивать очереди, не ходить, узнавать время работы, а мы предоставим возможность, начиная с перинатального центра и далее в других наших учреждениях, где происходит родовспоможение, зарегистрировать на месте новорожденного, чтобы он стал полноценным гражданином, получить свидетельство о рождении, и чтобы это не доставляло лишних хлопот родителям новорожденного.